блядь, это и сделали? Вы что, их ебали? Тут, короче, вообще там танкистов три. Взяли девчонку, изнасиловали. Кто? Который... Три танкиста. 16-летняя девчонка. Наши? Да. Бля, и что, ебанцы? Короче. Коль, мы кушать что-то нормально хоть? Да нормально. Позавчера лобая захренарили. Кого? Лобая. Что, собак едите, что ли? Ну, было. Что, есть нечего, что ли? Да не, есть почему-то супаки, там, но супаки уже надоели. А, господи, елки-палки, блядь, армия наша называется. Кур с гусями всех похренарили уже. Вот. Ой, блядь.